Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на продолжение прохождения Diablo 3. Привет! В общем-то, в прошлой серии мы немного разделились. Артур пошел в одну сторону, я в другую. Ну и в итоге зачистили там две локации. Ой, да ладно, зачистили. Ну или нас зачистили. В итоге что-то мы сделали, все правильно. Теперь нам надо зайти в этот третий портал. Я думаю, ну ладно. Медлить не будем. Мир теней. Мир теней звучит. Напомни, что у нас происходило по сюжету вообще, потому что я вообще ни сном, ни духом. Так, хорошо. Что-то там было, я знаю, но вот что. Короче, какой-то хрен, и мы его должны освободить, в общем-то. Дальше я уже, блин, сам не помню, потому что неделю. Так, освободить хрен, понятно. Освободить хрен, а вот этот, который летает за нами. Ты, кстати, видел трейлер этого «Вспомнить все нового»? Видел, конечно. Там Колин Фаррелл. Что думаешь по этому поводу? Я думаю, что это, конечно, фильм будет хороший, но это нифига не вспомнить все, потому что там нет Шварценеггера. Зато там есть женщина с тремя сиськами. Ну да, это хоть что-то они оставили. Там еще момент такой, когда они приходят в эту колонию, там типа: ты урод, тебе тут не место. Ну там есть же такое, у него рожа вся была перекошенная. Благословили меня. Шварц ему такой: смотри, говорит, кто говорит. Кто бы говорил, типа, да. Так, кто такие лезут вообще? У нас, вообще, заметил, вообще лучше всего получается драться, когда мы о чем-нибудь левом разговариваем. Я же не первый раз, да, заметил. Ну, это какой-то новый тип врагов, пока мы тут лякали. Умирающих. Крадущаяся тень. Притаившийся дракон. Притаившийся, да. Драгон. Так, давай я за тобой пойду. Я сегодня не в кондиции, я сегодня способен выполнять приказы только. Там, идти, поднять, украсть, там, убить. Значит, хорошо, договорились. Сейчас заходишь на WebMoney. Блин. Блин, опять твой Бали. Я не могу. Кстати говоря, у меня сказали, что у тебя же есть этот вентилятор? Умение. Ну, такой, ты там в шестом своем так крутишь. У меня, короче, есть какое-то заклинание, там, типа, я нажимал и крутился вокруг своей оси. Оказывается, если его задержать, то я точно так же, как ты, могу. Прикинь. Вот оно что. Так, нужно его найти, только умение. Сейчас тут бурю создавать начнем, потому что жара сейчас неимоверная. Стойкость к боли у меня есть. Отлично. Я как-то и до этого без проблем справлялся. Так, копье древних. Там меня бьет, по-моему, кто-то? Да, это нормально. Размотаем. Ладно, не нашел его. Блин, ты не выбрал мой любимый прием. Во, вихрь, вот она. Так, хорошо. Пропустил золотые. Не, ну, в прошлой серии мы, конечно, поодиночке так нехило сосали. Да нормально все было, в итоге их выиграли же. Победили. Это не обсуждается даже. Потому что, ну, куда мы денемся? Кстати, сказали, что самые топовые вещи... Ох ты, песчаный монстр. Самые топовые вещи покупаются через аукцион. Значит, ни малейшего желания туда идти. А я не вижу даже смысла, как бы, покупать их. Да. Кто-то там еще за деньги покупает. Возможно, на Hellfire это и оправдано. Но я никогда не пойму людей, которые для прохождения игры покупают вещи за деньги. Однопользовательская, тем более такой, да, линейный. Угу. Знакомый, ну, ладно, мне... там ММО, но и да, то, и то. Нет, ну я этого тоже не понял. Ну, в Lineage, короче, играл товарищ, но он, по крайней мере, не бедный был. Он отдавал в месяц, наверное, ну, тысяч по 20 рублей. Сколько это там на ваши гривны. Ну, короче говоря, достаточно много денег. Я на тот момент меньше него зарабатывал. Меньше того, сколько он отдавал в Lineage. Офигеть. Ну, люди там и дома, и квартиры закладывают на Западе. Я не знаю, вот что происходит, я за тобой бегаю. Мы пока что вообще никуда не продвигаемся. Артём, не бери белые вещи. Не бери белые вещи. Кстати, я только что взял. У меня вообще полный рюкзак. Я не знаю, может, мне как-то сходить в такси, в булочную. Выкинуть все это. Деньги, короче, чтобы кузнеца прокачивать, там, оказывается, нужно покупать какие-то страницы или покупать, или... А, их не покупать, их, походу, дают на более сложных уровнях сложности. Ну да. Ну ты завернул. Я почитал. Так, а он же только чинит, да? Я вообще не помню, чего в этой игре как. Да он только разламывать способен. Ни хрена он не может починить.
Ладно, разломаем. Зеркало Так, я не хочу зеркало даже никакое. Зеркал. Сейчас все разберем. Мне даже не важно, возможно, тут вещи какие-то лучше моих. На данный момент это не играет большой роли. Ты, кстати, даунгард себе купил, нет? А, нет, а что это такое? Я даже не знаю. Капец, а ты еще делал прохождение по Скайриму. Дополнение к Скайриму, там вампирами можно. Блин, ты своим капец меня замучил уже. Все, вспомнил. А то, блин, название, я думаю, какое-то знакомое. Не, ничего не купил. А может, и не буду брать даже. А че так? Ну, у меня сейвы накрылись к Скайриму. А Steam Cloud это что, не судьба там? Не знаю. Надо попробовать, хоть установить. Так, тихо. Я, по-моему, клыки продал. Это нехорошо. Чем стоять? Я потерял мозги. Так, починить, наверное, все надо. За 201 с Марика уже цена возрастает, да? Ставка растет. Да, ну и броня круче. Это печально. Так, не беги во мне. Несмотря на то, что мы даже не можем вкладывать в наше прибыльное предприятие. Так, я увеличу размер своего рюкзака, учитывая, что у меня все время 4 слота, там, значит, это мне очень пригодится. Выкинуть всякий непотреб. Да-да-да. Всякие непотребства. Так, это все. Надколд и изумруд. Ладно, пусть. 14 ячеек. Ну, купим, ладно. А то опять разорвут в комментариях. Я еще могу купить. Отлично. На полную закупился. Еще могу. Отлично, наконец-то нашли, куда денег потратить. Не говори. Зря собираем, что ли? Ну да. Мир теней. Мне нравится эта локация. Говорят, что третий акт, он самый крутой. Ну, мы пока только во втором. Я думаю, мы уже приближаемся к развязке. Я тоже так думаю. Я так думаю. Уже вот-вот. Давай, указывай мне направление. А я буду бить. Нужна ярость. Я вечно заведу в тупик. Во. Бабай, какие. Грозный дух тут есть. Очень грозный. Нам сказали в комментариях, что если мы не будем нормально играть, то нас в скором времени начнут рвать только так. Что ты думаешь по этому поводу? А что значит нормально играть? Как бы понимание, где же. Ну, нормально играть — это знать досконально, что для чего. Вот, допустим, там, если ты взял на один хитпоинт больше наносит урон, твоя новая вещь, значит, ты разбираешься в этой игре. А если ты надел белую вещь вместо коричневой, там, то ты. Ну, ну тогда, извините, нам будут наваливать. Нет, я вообще просто в печаль впал от всего этого. Не, ну да, мы будем огребать, это как бы совершенно без сомнений. Вот смотри, как я кручусь. Я думаю, мне нужна ярость. Просто не те цели вообще преследуем. Да, и как бы, ну, я не пойму. Ну, наваляют. Что за кипиш-то? Кому не нравится, давно уже не смотрит, подписался и удалил свой аккаунт с Ютуба. Все, и умер, пошел, простился с родителями и спрыгнул с 9-го этажа. Ну ты жесток. Остальные вроде не жалуются. Только мочить эту сторожевую башню, то от пауков тут. Слушай, я страшный человек. Ну да, а чуть за варвара играешь. Как там получается? О, помогай. То есть, песчаный монстр не один. О, надо позвать своего двойника. Подожди, у меня же хорошая такая штука была. Инферно кидал на них, зачем я ее вырубил? Действительно. Да я просто искал свой этот. Как там у тебя получается? О, я заработал достижение, тебе не дали. Да, понимаешь, о чем это говорит? Короче, Десан практически дал люлей Люку Скайуокеру. Заметьте, да? А? А? Сам Люк Скайуокер чуть не огреб. Это, по-моему, удивительно. Так, это какая-то новая вещь. Подожди, ты меня бьет. Не, на самом деле я реально жалею, что раньше не поиграл в нее. Да, представь, что было бы, если бы ты играл, когда графика считалась хорошей. А на каком движке она там? На Quake? Quake, я думаю, Quake или нет, или, ну, короче, что-то... Не уверен был. Так, я пойду подниму 45 золотых, это важно. Еще отличный сюжета. Движка, примерно тех же времен на этом же движке. Mm-hmm. Это Star Trek Elite Force 2. Я не люблю Star Trek вообще. Играл. Но там круто все очень сделано. Тоже такой FPS, да? По-моему. Mm-hmm. Я не являюсь фанатом этой вселенной. Я тоже не люблю Star Trek. Но там... Ну, мультфильм вот этот последний понравился.
фильм вот такой. Я не смотрел как-то даже. Ну, я не люблю просто. Вот «Звездные войны» — другое дело. «Звездные войны», да. Я видел этот ролик на Ютубе. Там, короче, оркестр такой. И объявляет, что сейчас будет исполнять имперский марш. Ну, все думают, там дирижер выходит, короче, Дарт Вейдер с императором. Император такой палочку дает, Дарт Вейдер дает палочку императору. Тот такой начинает, короче. Дирижер. Ага, настолько круто будет. Ну, кстати, советую, если не видел, найди, посмотри музыку, в общем-то, из «Звездных войн», там оркестр вживую исполняет. И там, ну, как бы, выступление, там как конферансье называется, да? Угу. Это был чувак, который C-3PO играл. А, ну да. Я увидел. Ну, кстати, даже этот повадка ему похож на. Да-да-да. О, гад! О, дед! О, дед! Ну и за такими разговорами, тем не менее, мы замочили. Ну, если бы мы сейчас просто играли, то нам бы стучали. Да. Возможно, даже ногами. Возможно, даже по лицу. Прикольные вот эти такие противники, тени. Мне не нравится, они слишком быстро двигаются. А, ты уже вон там бегаешь? А я за твоим напарником смотрю. Ха. Обманный маневр. Так, мне нужно поставить вместо копья Скорпиона... Поставить нужно, блин, я не то нажимаю, инферно, чтобы жгло. Так, нет, оно не тут. Чтобы. Так, ну мы тем временем небольшой кружок сейчас по карте сделали. Ой, я ничего не помню. Ой-ой-ой, все забыл. И не тут. Кружок сделали. Ну, нам как-то выбраться, наверное, все-таки нужно отсюда. Ну, мы идем в правильном направлении. Прикинь, я вообще ничего не помню, я не могу найти, настолько я не втыкал уже давным-давно. Сколько, неделя уже прошла? Ну да, через неделю. Последней серии. Не кисло. Ладно, провтыкал, короче, не могу найти. И, ну ничего, память вернется, может быть. Когда-нибудь, бывает и такое. При следующем уровне. Ну да. Вертолеты тут сейчас начнем крутить. Покажи свой. Он, по-моему, круче моего. У меня силы слабые. А, да, понятно. А, вот оно, все, вспомнил. Нашел. Ага. Так оно все это время стояло. Да-да-да. На четверочке у меня. Кстати говоря, сказали, что... подойди сюда. Нажимаешь на нам кнопочки и это... Беги! Беги. Подожди. Подожди. Пора за дело. Общий путь. Хорошо. Это тебе пригодится. Благодарю. Замануха. Скоро увидимся. Готовься к смерти. Вот, это больше всего понравилось. Запомни. Держи за мной. Возьми. Спасибо. Готовься к смерти. Все ясно. Все понятно. Это был твой последний вздох. Готовься к смерти. Озвучка еще такая. Готовься к смерти. Брутально. Брутало, да. Брутально не бывает, да. Беги к мамочке. Подобрал счастливое кольцо. Сломали. Счастливое кольцо. Еще да. Там какого-то Губина потянул или... Типа того. Губин крутой. Маленький. Он зафиг, кстати, по-моему. Тихо, тут сейчас что-то будет по квесту. Ну, сейчас нам по квесту не стучат, походу. Нужно еще время. Да, так, у меня не перезарядилась моя штучка. Зловещие часовые. Опасные твари. Опасный народец. Да не сказать, что особо опасны. Ну, такие, недовольны жизнью, видно. Ну, это их проблемы. Угу. А, так, ну, это мы, видимо, нашли тело этого. Мужика, чью бошку мы таскаем с собой. Или уже не таскаем. Ну, судя по надписи «Тело» золото на колу, видимо, да. Тело. Кэп. Путь. Окей, давай возьмем это тело. Давай, ты бери. Ты задание выполнено. Знаешь, и это понятно. Но мы с тобой, похожи гораздо тут больше, дневничок выполнил, внимание. Известно.
Мы оба ощутили, что такое сила Нефалема. Давай объединимся и станем править миром. Мне надоело слушать этот вздор. У тебя ничего не выйдет. Офигею. Прими смерть. Сначала освободили его, а теперь, блин... Ну, как обычно все. Так, ну тут дневник. Да, я его, кстати, подобрал, но он почему-то не читает, к сожалению. Аналогично. Что такое, а? Что вы наделали? Дневник, вот он, давайте вот так послушаем. Подожди. А он не озвучен, походу. Это нужно зайти в задание дневники. Да, давай ты. Дневник. Дневник охотника, часть 4, да? А, можно слушать, можно. Несмотря на все наши усилия, нам не удается убить Золтана Кулла. Проклятая кровь поддерживает жизнь в его теле. И из его ран сыпется песок. Он лишь смеется над нами. Остается только один выход. Отделить его голову от тела и спрятать тело в мире теней. О как. Да. То есть мы сейчас медвежью услугу оказали всему этому миру, да? Воскресив его. Не знаю, как бы, да, для чего. Ну, это ты его трогал, ты неси ответственность. Опять я виноват. Мы пришли в предел, и что нам дальше? Дальше заходим в портал. Ну, я уже в нем, я тебя жду. А, ты в нем, блин. Ну, вот мы вернулись, видимо, назад. Этот Ли сейчас нас костерить будет. Тело Кула у меня. Тогда я начну ритуал. Но предупреждаю тебя, Кул. Даже не думай предать нас. Окей. Неплохо бы какой-нибудь эпичный тебя ролик посмотреть. Окружает обман. Но обо мне тебе стоит беспокоиться в последнюю очередь. Сосредоточься, Лия. Лия магиот. Непонятная у нее сила. Осталось весьма ждать. Еще немного. Да. Наконец-то. Ой-я-я. Ох, ёлки. А, он живой. Я подумал, что это страшное место. Моя кровь. Симпатичней. Пульсирует в венах. Я не в хорошем смысле. Воздух наполняет мои опустевшие легкие. Я... снова жив! Ненадолго. Да, не балуйся, а то... Мог как бы сказать, да. Спасибо. Мы выполнили свою часть договора. Отдай нам камень души, Кул. Черный камень. Хорошо. Я выполню то, что обещал. Быстрее, в мое святилище! По машинам! Что-то он ржет как-то, я чувствую какую-то лажу с его стороны. Готовься к смерти! Я чувствую Понял. Возмущение в силе. I feel disturbance in the force. Ладно, заходим в хранилище, ко мне душ. О. Битва игровое за черный событие камень. Уже запущено, либо ожидается... А, все, понятно. Я просто не нажал кнопочку «Принять». Поговорить с Золтаном Кулом. Я выпущу из тебя всю кровь. Здесь даже компас зашкаливает, тебе дали достижение. Готов. Мне не дали. А теперь я хочу закончить дело всей моей жизни. Козёл. Ты понял, что надел? Это ты. Доказательство моего могущества. Такой вот я. Что это? Просто жажда убийства, понимаешь? Не знаю, как это слишком случилось, сильно. Но души погибших владык преисподней были убить. Только что заключены в этом камне. В одном камне? Нефалем, откажись от своей цели. Твои союзники жаждут лишь управлять тобой. А с этим камнем мы сами станем править всем мирозданием. Ну понятно. Что задумал? Ты сошел с ума, Кул. Ну, вообще-то, я с ним согласен. Ну ладно. Но пора уже править этим миром. Нужна ярость. А, вот как, значит, ты на его стороне. Ну ладно, я чувствовал за тобой что-то эдакое. Да блин. Бей. Бей. Фу, я побежал. Член. Главное завалить, а там запинаем. Оп, не ожидал. Здоровячок. У меня закончились здоровячок. Блин, я не успел зелье подготовить. Они у меня в инвентаре. Или их у меня вообще нет. Сюда. Вот так.
гад еще и телепортируется. Блин, он меня еще и замедляет. Ну там в шаре, по-моему, в этом, если находишься. Ну да. Недостаточно ярости. Прям как в этом. В Старкрафте. А, ну ты же не играл. Там у юнитов есть замедление времени. Короче, у них вот такой же шар. Как он называется? Колоссы эти юниты. И враги по ним лупят, это все вот эти вот пули, там снаряды замирают и висят в воздухе, медленно двигаются. Вообще советую тебе, я тоже стратегии не люблю, но вот этот вот второй StarCraft я тебе просто советую поиграть сингл. Но одного там время. Шикарно. Так, тем я не менее. Я собираюсь, но все никак. Это вот я тебе даже скажу, одна из тех игр, которые вообще без раздумий надо брать на лицензии. Хотя бы даже из-за сингл. Ну а как, там у нее только на лицензии можно поиграть, по-моему. Нет, именно вот компанию можно пройти на пиратке. Я просто не в курсе, поломали ее или нет. Там же тоже привязка к батлнет. Ну да. Ну шикарная просто вещь. Я давно так не залипал. Ну и конечно, я тебе повторю, что если ты говоришь, что ты не играл в Fallout 2, то это святотасса, по-моему. По-больному, значит, да? Ага. Это вообще одна из самых лучших игр вообще когда-либо выходивших. Даже вот сейчас вот я ее понял. Ой, дневник. Это значит, что мои собратья наконец пришли за мной. Проклятие. Водичка. Я еще не готов. Я тоже хочу. Слишком много моей силы. На, держи. Ништяк, спасибо. Мне нужно. Сколько между нами? 1003 километров. От этого я зависит будущее всего. Где-то человечества. Так, а что мы это, Анита? Ну, как бы там ни было, короче говоря, как вы видите, что будет, если обманывают бруталов. Да. То есть мы даже понимали, что, возможно, у нас обманят, но совершенно не волновались по этому поводу, потому что результат закономерен. Потому что волноваться надо им всегда. Да. Так. Ну и тем 750. Не менее, наконец-то, хоть и не так легко, как мы надеялись, хотя мы и не надеялись легко. Ну, вообще-то мы этот камень душ сейчас заберем. А мне понравилось. Ух ты. Ну это да. Я вообще обожаю эту игру. О, все приперлись, все. Диабло уже не та, а по-моему та. Да не, нормально. Теперь заточены в этом камне души. Полностью. Адрия, это сделала ты. 20 лет назад, во время падения Тристрама, Декарт рассказал мне о нечестивом камне души с Остином Золтоном Кулом. Так вот почему ты оставила меня. Ты хотела подготовить души демонов, чтобы их затянуло в ловушку. Да нет, она просто бросила тебя. Да, точно. Ради этого я пожертвовала всем. Бурталы такие стоят, ковыряются в зубах. Да вообще не слушали. Господи, да насрать. Без шансов. Готовься к смерти. Да, понимаешь, готовься тут, по идее, смерти. Мы должны там сопереживать, то есть... Я выпущу из тебя всю вот кровь. Это все для утонченных магов. Да, у меня просто «я выпущу из тебя всю кровь». То есть тут брутальные люди собрались. Ладно, короче, нам надо в тайный лагерь. Я пойду вызывай такси. Как скажешь. А у нас там еще один проход есть, видишь, наверх туда? А там мы там были. Ну понятно, ты же твоя сессия. Не, просто мы когда разделились, я там зачищал. А, ну да, вот смотри, Адрия. Давай, мамочка. Толкнем. Награблено непосильным трудом. Толкать для слабаков, надо разбирать. У меня вообще тут все вещи, они мне не подходят. Возможно, тебе что-то подойдет, кстати говоря. А, возможно, но все-таки поломай их. Вот для монаха есть шипастый кулак 16.8. Ну это, по-моему, отстой. Ну да, у меня покруче будет. Ладно, ломаем все. Ломаем полностью. Видел ролик, где там этот... Песик... Подожди, блин, что он разбирает? Какой песик? Песики. Хорошие песики с хорошей семьей. Будет немного сходить потом, а потом прыгнет. Песик, короче, кошку заносит в дом. И он говорит такие, ну типа... Да. Офигеть, мне в такой собаку тапки носили. Собака на самом деле вообще матовая. У тебя есть домашние животные? А, уже нет. Нормально. Че, уже-то? Ну, когда? Наверное, ближе к зиме. Кошку усыпить пришлось. Фига.
кошке, короче, 15 лет уже было. Ну понятно, да, это уже просто, чтобы не мучилась. Да она, блин, еще бы столько прожила бы, наверное. Просто там у нее какая-то, ну, короче, опухоль у нее образовалась там. Ну вот я тому говорю. Возили к ветеринару, сказали, что, ну, как бы мы операцию можем сделать, но гарантий никаких, что она снова, эта опухоль не вырастет. Ну и, короче, она худеть уже, но, в общем, решили усыпить, чтобы не мучилась, да и все. Понятно. Да, был подобный случай. Ну, ничего не поделаешь. Главное, чтобы жизнь в существование не переросла. Так. Это точно. Как тут чинить-то? Тут... Блин, это опять твой капец. Я не знаю, ну что, я не могу с вами. Почему? Там мой капец. Он полный капец. Так, погнали. Нам нужно, что там, поговорить с Адрией. Да, она там стоит. Адрия, здорово, маманя. Что мы будем делать, когда заключим Белиал и Азмодана в камень души? Бухать, конечно, что я же еще. Я уничтожу его, и семь воплощений зла перестанут существовать. Задание выполнено. Золото дали. Отлично. Говори с ней, я стесняюсь. А, Лика. Да нормально, сколько там. До императора. Он сказал, что может отвести нас к Белиалу. Думаешь, мы можем доверять этому ребенку? У нас нет выбора. Знай, если Белиал почувствует себя загнанным в угол, он обрушит на колдей все зло преисподней. Значит, сначала мы должны вывести жителей из города, а потом уже сражаться с Белиалом. Стальные волки помогут нам. Спасем жителей, но только быстро. Вот вообще чувствуется, что сейчас эпик какой-то грядет, но как-то пока незаметно. Кто-то там пошел жителей отвадить, хоть ролик показали бы. Ну, я думаю, это мы должны это делать. И, кстати, написали в комментариях, что ты заспойлерил одну шнягу. Какую? С этим, с императором. На самом деле, если бы они ничего не писали, то как бы за спойлер никто бы это и не принял. Я, допустим, ничего не знал. Белиал напал на город! Бежим! Как я могу что-то заспойлерить, если я не знаю сюжета? Так вот и я ж о том. Просто... А, вот паника в городе как раз. Поторопитесь. Мы защитим вас, и они от нас текают, блин, что-то язык заплетается. Подожди, это что это такое? Не попадать, наверное. А, ну да. И на все попали. Так, давай сюда. Я думаю, что скоро Белиалу наступит край. Ашира! Так, где ты ходишь? Я тут боюсь. Мы напугали Белиала. Он готов сравнять весь город с землей, только бы остановить нас. Как только с небес упали первые огненные шары, мы начали спасать людей. Здесь они будут в безопасности. В канализацию. Мы спасем всех, кого найдем. Мне пора. Стальные волки помогут тебе. Даже ценой своей жизни. Виноват. Так, про что они? Так, у нас надо сопроводить колдейских. У нас есть 3 минуты. Давай, бери. Мама, мы не можем допустить, чтобы эти... Спускайтесь в стоки! Спускайтесь в стоки? А, это они спускайтесь, а мы... Мы защитим вас! Так, надо успеть. Смотри, чтобы никто не попал под огненную глыбу. За 2,5 минуты. Горите, горите. О, хорошо. Всем нравится, хорошо. И, короче, бей, а я буду спасать. Чего тут бить особо не было? А, я бью. Да. Сейчас я их всех соберу вокруг себя. Карусел, карусел. Начинай. Тот успел, тот присел. Ну ладно. Я сегодня для мебели, я не знаю, у меня башка вообще не соображает. Я так утомился за сегодняшний день. Собственно, это такое прохождение, да. Как обычно. У нас только такое получается. Когда поодиночке играем, мы как-то больше на атмосферу, на сюжет. Ну, вот тут чисто просто расслабон и отдых. И в этом, по-моему, сам прикол. Очень многим понравилось, кстати говоря. Ну, это главное, чтобы людям нравилось. Разнообразие тоже должно быть, я считаю. Так, ну вообще нас просят спуститься вниз, или ты хочешь помогать все-таки? Ну, за это золото дают. Вообще это так бескорыстно делаю. Ладно, я тоже хочу золото. Ага. Недостаточно ярости. Недостаточно ярости. Это я говорю. Офигеть, да-да-да. Файна, файна.
Капец, их тут лезет. Ох, сколько тут народу. Ты их спасаешь, да? Да. Ну ладно. Деньгами поделишься потом? А то мне деньги нужны очень сильно. Так, все похоже, да? Да. Так и есть. Сразу просветление такое наступило. Трупы не исчезли. Вас опять двое? Да. Это мой брат Василий, познакомься. Вася, наливай. Вспомни, чему я наливай. Ты должна разрушить эти ворота. О, сейчас будет, да, отойдем. Я пока плохо контролирую свою силу. Тактика, ну нафиг эту дуру. Ох, какая молодчина. А, ничего, что просто дверь в другую сторону открывалась, а ручку потянуть на себя. Там придворный вообще был, дверь открывал. Его размазало просто. Она же предупредила. Отойдите. Так, ну сейчас им, похоже, вообще всю эту пелену, все это колдовство, которое в замок окутало, что там, мол, и императору пришлось притворяться, что он под влияние попал, жнецов. Ну, то есть, да. Короче, сейчас мы с этим совсем разберемся, сами того не желая. Просто мы орудие, которое нужно направить в правильную сторону. Факт. Да. А что, чё, это пусть яйцеголовые пусть разбираются. Мы, конечно, университетов не заканчивали, но кулаки пудовые. И это главное, так, стой, что это такое? Ой. Смотри, как это делается, да. Пацаны, смотри, как могу. Пацаны! Это 99% аварий. Да. А еще тоже, пацаны, я знаю короткую дорогу, так говорится, начинаются самые интересные приключения. В 50% случаев аварии начинаются со слов «пацаны, смотри, как умею», а во второй половине «это фигня, смотри, как я умею». Ролик тут видел же, да, этот «пацаны 90», где там на запорожцы едут, где-то в Беларуси или у вас там? Не помню. И, короче, разгоняется там «90, пацаны, 90!» там полетит. Потом вылазит четвером, главное, не убились. Крыша разворочена вся. Сколько они там кульбитов сделали. И один такой, так не смешно уже. Это как вот только что посмотрел ролик, как там пацан в собачью будку забрался. И потом собака обратно залезла, короче, в будку. То есть он там, ну, вроде его собака. И он там сначала а потом, когда она начала рычать на него, он реально обосрался. Я не смотрю такие ролики. Да. Блин, да посмотрим, мы тут последний раз были, когда туса была. Она до сих пор продолжается. Это вот, офигенно. Там. На краю. Да. Народу плевать вообще. Фильмы «Дверь закрыли», когда там уже тарелки прилетели, они все на крышу прутся. Кстати говоря, вот по количеству не самых умных людей, так и будет. Если прилетят, народ будет с плакатами стоять там. Заберите меня с собой. Элвис жив и все такое. Ага. Элвис с вами. Ну, они, наверное, прилетят все в Америку, не к нам. Видел, кстати, эти видео, где там к Луне подлетает огромная сфера черная такая. Не видал. Что-то вытягивает из нее. Причем сфера такая размером где-то с две земли, наверное. Фига вытягивает и быстро отлетает. Не видел. Сказали, что это какой-то магнитный шторм, короче, ну, по-моему. Не, ну вообще про ту сторону, темную сторону Луны, там много всяких вообще приколов существует, ну, как рассказов там. Не, а тут к Солнцу подлетало. А, так к Солнцу. Из Солнца вытягивало протуберанцы, короче, засосало и... Вот так, у меня паника. Да. И отлетело. И еще... Показывали мне ролик, там огромные еще корабли, короче, тоже около Солнца, по орбите двигаются. Не могу. Ну, там ты именно такие вот НАСА там. Так. Ладно, сюжет. Да-да-да. Не, но все равно мы во Вселенной не одиноки, я думаю. Так что... Да, конечно. Торопись. Какова вероятность вообще? Я останусь здесь и позабочусь о Лии. То есть вот все это многообразие планет, оно только для нас, что ли? Я так не думаю. Хвала богам, ты прибыл как раз вовремя.
покажи мне камень души. Мы успели. Скоро увидишь. Он станет твоей тюрьмой, Белиал. А это он Белиал? Да, это и был тот самый спойлер, о котором я тебе говорил. А, это вот про это я спойлерил, да? Это было очевидно, ребята, какой спойлер. Если сейчас ты одержишь победу... Тут поворот такой, пам-пам-пам. Ты-ты-ты. Вот это поворот. Это Белиал есть, этот пацаненок. Ну ладно. Мы люди простые, можно даже сказать, одноклеточные. Нам цель указали, мы идем, да, идем и режем. Короче говоря, что-то меня потянуло на эту тему всякого такого непонятного. А видел ролики «Непонятные звуки по всей планете»? Вот. Нет, у меня товарищ просто этим интересуется, он мне постоянно ролики скидывает. И там вот у вас в Киеве, ну не у вас, недалеко от вас, короче. Там просто из-под земли непонятный гул. По всей планете. Там просто из-под земли такие, как эти, как горн. Прикольно. Там такие звуки про эту просто. Марианскую впадину там тоже дофига легенд. Ну да. Что никак не могут на дно отпуститься. Не одолеть меня! Этот мир принадлежит мне! По-моему, он дерзит. А вот вырисовка мне напоминает третий Warcraft. Почему-то. Гори-гори, моя звезда. Ну, настал тот момент, когда мы сейчас мочимся с Белиалом. Не так, так долго шли к нему. Кстати говоря, по-моему, мы в это время, вернее, в этой серии время вообще не засекали. Не, нормально. Нормально? Ну ладно. Ну, короче говоря, я думаю, сейчас акт закончится. Я тоже так думаю, раз уже Беляла мочим, то... Так, мне нужно отдохнуть маленько. Мне, кстати, аптечки нужно покупать, вот на что деньги тратятся. Ну да, у меня-то лечилка. Плюс, когда я использую способности, здоровье автоматически восполняется. Мне не нужны больше эти жалкие иллюзии! Узри истинный облик владыки преисподней! А, то есть это он еще не в истинном облике, этот Буратино. Ну офигеть теперь. Этот скотина убежал. Во! Вот сам с ним делись, выпустите меня отсюда, выпустите. Слышу, у него полной жизни, а я уже обрадовался. О, они так сильно отнимают. Если один будет, то мы его быстро взломаем. Но, респаунимся. А, понятно, тут отображается, куда он бить будет. Ну, не ожидал, Белиал, не ожидал. Этот и зря, этот и зря. Не-не-не-не-не, так нельзя, конечно. Ой-ой, мне сейчас шарах. Восприимчивость к чему-то. Я, кстати, погиб. Я вообще не видел. О, я тоже. Офигеть, он сильно бьет. Это играть не умеешь, я смотрю. Да, оказывается, да. Видишь, как оно повернулось все. Так, ну ладно, давай осторожнее. Ведь, оказывается, тут нужно уже как-то сосредоточиться, поэтому... О, по новому все. Да, придется. Покажи мне камень души. Я думал, тут будет проще. Но когда он вот этой штукой бьет мощный, он... Такое ощущение, что прям на тебя наводится. То есть ты бегаешь, и она за тобой идет и стреляет. Так, пропустить как-нибудь можно? А, пробелом? Возможно. Ну ладно. Во второй раз тебе так не повезет. Мы думали, ты не мужик. А так и смогешь. Да. Единственное, но то, что ты хуже нас. Ровно в три раза. Ну ничего, это, я думаю, и то неплохо для него. Ну да. Сейчас размотаем вот эту мелочь. Электричество что нам дает? Оно в смысле как-то тебя током бьет? Кто? По площади, что ли? Ну вот эти змеи подобные твари, они как-то делают такой полукруг электрический. Возможно, щит какой-то. Этот мир принадлежит. Да ты его спак. Кося, шо ж ты? Ну это если каждый раз придется зачищать. Недостаточно это ярости. Будет очень-очень накладно. Какой каждый раз? Сейчас мы его взломаем. А. Ты решил второй раз погибнуть, что ли? По-моему, он не такой сложный был. Просто надо побольше бегать, когда он начинает эту фигню свою делать. Он просто мне понравился. Ну ладно.
Вот эта вот штука, вот эта инферно меня вообще выруливает. Тебе там что, нехорошо? Да. Ну ладно, я постараюсь продержаться. Да не получится. Почему? Потому что сейчас, как только ты до определенного уровня здоровья его убьешь. А ты не можешь зайти ко мне, что? А, я не могу, да. Ну смотри так, как это делается. Ну, буду смотреть. Понятно. У нас первый действительно сложный мега-босс, походу. Нужно время. Белиал, один из главных злодеев в игре. Ну, как? Я один из главных злодеев в игре. А вон так, по крышке. Ты смотри, какие серьезные штуки он пускает. У меня тут тишина, фонтанчики. Ты вообще ничего не видишь? Ты там на локации бегаешь, да? Да, да. Просто не могу зайти. Понятно, отвечаю. Пойду на эту пирушку посмотрю пока. А мне сейчас настучат. А нет. Нет, я сейчас. Я хотел бы прямой репортаж. Сейчас у меня он появился в своей форме. Ищет. Ну, я думаю, это будет просто. Давай, детка. Вай-вай-вай, ой-ой-ой. Ну да. Нет, что-то я не знаю. Ну, дела, надо сказать, достаточно плохо. Печально, на самом деле. Да нет, нормально. С одной стороны, с другой. Добавляет интереса. Ой-ой-ой, он опять бомбить начал. Да, блин. Все, меня убили. Я не могу двигаться во время того, как он этот долбит своей штукой. Так, давай все, короче, взялись за дело. Нет, давай уже возьмемся в следующей, наверное, серии. Ну ладно. В этой серии, как вы видели, дорогие зрители, нам вполне неплохо так настучали. В следующей серии, я думаю... Ну, настучали ему, я просто без него не хотел продолжать, поэтому... Ну да. Короче говоря, увидимся завтра. Прими смерть. Всем пока. Да, всем пока, увидимся завтра. Пока.